Так получилось, что в День работников автомобильного транспорта стало известно об увольнении Евгения Коренкова, председателя комитета по транспорту и связи администрации города Иваново. Рядовая проверка прокуратуры Ивановской области выявила, что сведения сотрудника мэрии о доходах за 2010 и 2011 год предоставлены не в полном объеме. Наказанием за подобное правонарушение является увольнение. 17 октября Евгений Коренков написал заявление об уходе по собственному желанию. Временно комитетом руководит его заместитель Алексей Власов. Так, в сведениях об имуществе была не указана доля, которую он имел как учредитель в одной из коммерческих организаций, которая, кстати, тоже занималась пассажирскими автоперевозками. Вот. И также в сведениях за 2010-2011 год не были указаны дополнительный доход, полученный от продажи автотрассы, принадлежащей Коренкову.